Вот, например, ты ездила в автосервис когда-нибудь, и тебе начинают что-то рассказывать. Вот тут что-то надо поменять, вот тут какой-то люфт, там какой-то шум, вот тут надо это менять. И если ты в машинах вообще ничего не понимаешь, а таких там 80% населения, то вопрос сразу возникает, а насколько это действительно так, и насколько нужно менять? Может, тебе просто меняют хорошее на новое? А теперь представь стройка. В стройке этого просто вагон, причем это производственный процесс, это не готовое изделие. В готовом изделии хрен найдешь, что испортили, а тут целый процесс. И вот всегда возникает вопрос, а как проверить то, что у тебя происходит вообще на участке? Да, на что такое посмотреть, какие-то критерии, чтобы понять, что что-то идет не так. И как тебя могут с этим совсем нахлобучить. Сейчас попробую рассказать, какие варианты вообще существуют. Не обосраться. Для обычного смертного, который не шарит в стройке и с трудом отличит саморез от шурупа, самое правильное будет нанять техконтроль. Просто стороннего человека, грубо говоря, независимого, который должен приехать и соотнести реальность с тем, что должно быть. В идеале, естественно, нужно иметь проектную документацию, потому что, чтобы техконтроль мог оценить качественно то, что построено без проекта, он должен быть уровня проектировщика, он реально должен понимать, как работает конструкция. И, к сожалению, даже техконтроль часто вообще не имеет такой квалификации. Они могут соотнести нарисованное с фактическим. А вот понять, что фактическая вообще работоспособная без проекта, очень могут далеко не каждые. Поэтому, опять же, начинать нужно, если ты не подготовленный строитель, начинать нужно с проектной документации. Нанимаешь нормального проектировщика, делаешь проект. Желательно этот проект еще с кем-то утвердить. Какой-то сторонний техконтроль по проекту. Тоже полезная услуга. И тут надо понимать, что техконтроль это не такая разовая услуга. Там приехал, в конце посмотрел, ну типа все плохо. Или там ну, нормально сойдет под пиво. Нет, то есть это такой достаточно частый регулярный процесс. Сделали фундамент, сделали там основание пола, стены, крышу. Это все отдельные этапы. Какие-то можно совместить все вместе смотреть. Какие-то желательно сразу посмотреть и понять, что все плохо и лучше дальше не продолжать. Как правило, таких выездов технадзора нужно примерно там от 6 штук раз до там буквально там до 20 раз смотря какой домик какой сложности если конечно мы фигачим какой-то там замок галкина там наверное раз 200 надо выезжать и то и по несколько раз в день потому что там столько всего может происходить параллельно что желательно чтобы какой-то отдельный технадзор там тупо жил в бытовке на постоянке но по ну, в обычной ситуации когда выезд вот, по Московской области такого технадзора стоит от 10 до 15 тысяч, так в среднем, нужно заложить примерно где-то 60-100, может быть, 120 тысяч рублей на вот этот весь технадзор. Да, ценник немаленький, некоторые скажут, что ценник конский, но если вы строите дом, который строит, стоит минимум 5-6 миллионов, допустим, дом там, метров 100 каменный, то вот эта вот экономия 120 тысяч может реально выйти боком. Потому что когда вам нахреновертят такого, что потом вы достроите до крыши и придется его разбирать, потому что у вас фундамент всплыл на морозном пучении, вам придется разбирать это все вообще. И по сути, по деньгам вы купите еще полтора дома сверху, к тому, что уже построили. Если вдруг по каким-то причинам Вера не позволяет потратить такие деньги, ну или нет ресурсов, нет вообще, допустим, такого технадзора в принципе в регионе, то придется наниматься техконтролем самому к себе. И тут, соответственно, нужно уже иметь какую-то квалификацию, не нулевую. Просто, просто даже соотнести чертежи с реальностью могут даже не каждый строитель на площадке. И, соответственно, если ты сам контролируешь, ты должен разобраться во всех этих тонкостях технологий. Да, понятно, что ты проектировщиком не станешь, но почитать, посмотреть основные нюансы, что вообще критично в конкретной технологии строительства, крайне важно. ГОСТы открывать, конечно, полезно, но обычный человек это читать не может. Там такое душнило конченное написано, что там даже инженер не с первого раза разкуривает, чего там Государственный деятель, который отставлял, хотел донести до вас. Поэтому хотя бы для начала просто интернеты, форумы, YouTube, наш полезный канал тоже полезно подписаться и смотреть. Да. И вот если ты разобрался, да, то ты берешь чертежи, которые желательно, чтобы у тебя были, и ходишь, все это сверяешься. Тебя могут спокойно отгрузить, сказать, что твой рисовальщик, который это нарисовал, все это фигня, так делать неправильно, неудобно, криво, вот мы тебе построим сейчас надежней. И это просто каждый второй самостройщик с этим сталкивается. Они такого могут нафигачить, как им удобней, как у них руки заточены, как они это видят. Надо всегда приготовиться к тому, что у вас конфликт интересов, и ты должен тщательно за всем этим следить либо сам, либо нанимаешь стороннего прораба. Есть такая услуга наем стороннего прораба, который может реально вести твою стройку. Прораб конкретно ведет стройку, то есть ты нанял какую-то бригаду. Они там что-то там: слушай, сейчас тебе тут тяп-ляп быстро. Но ты хит, делаешь хитро нанимаешь прораба, Он, во-первых, занимается поставкой материалов. Вас спрашивают, где клей пять упаковок. Или следит за поставкой материалов, он организует, чтобы вовремя привезли, вовремя, разгрызли. накрыли вовремя. Саморезики, гвоздики подвозят, согласуют с тобой он, как передачное звено с тобой. Да, ему надо за это отслюнявить. Как правило, прораб по Московской области может ух ты-пух ты, сколько денег запросить. В нормальной строительной компании это все есть свое. И отдельный технадзор есть. И прораб свой есть, и бригада с грамотным бригадиром, проектный отдел. И прораб может спросить проектировщика, какого хрена ты тут намалевал. Да, вопрос задать, а, все понятно, я просто не на тот лист посмотрел, такой тоже бывает. Но это взаимодействие, оно происходит уже внутри заказчика, его не касается. Поэтому, если ты не хочешь всем вот этим заниматься, но хочешь быть уверен, что тебе все построят правильно, то надо обращаться сразу в проверенную строительную компанию, где все за тебя сделают правильно. А найти такую компанию можно по ссылке в описании. Технадзор внутри компании, он играет такую роль, что он не э, связан с прорабом и с бригадиром он связан с руководством. В чем проблема вообще строительной компании? В том, что она отвечает достаточно большими финансами. То есть это не частник, который симку выкинул, и ты его потерял, все. Все-таки ты на компанию можешь наехать через суд. И чтобы компания не сильно охренела от того, сколько на нее наездов, то строительная компания заинтересована в том, чтобы дом был построен правильно, желательно с первой попытки. И служба технадзора, она больше подчиняется непосредственно директору, чтобы понимать вот эту обратную связь. Вот там работают у тебя сейчас или вменяемые парни. И он лишний раз приедет, посмотрит, скажет, там вот есть огрехи, но в целом все нормально. Все, булки расслабили, строим дальше. Если ты все-таки решил сам заниматься техконтролем своего дома, то надо, соответственно, приехать и мерить все, что по проекту у нас должно быть. Прямое, ровное, там, диагонали и все остальное. То есть ты замеряешь, где у тебя расположены окна. Высоту конструкции, стен замеряешь, это все у тебя есть. То есть ты проверяешь тупо в лоб все размеры, которые для тебя ключевые. Первое, с чего надо начинать проверять фундамент. Во-первых, чтобы он весь в плоскости был. Ну, если конечно, у тебя по проекту нет каких-то ступенек. Такое тоже бывает. Но обычно все в плоскости строят. Значит, нужно проверить уровнем эту плоскость. Естественно, если у тебя свайный фундамент, полметровым уровнем проверить, насколько у тебя плоскость невозможно. Надо, естественно, чтобы был нормальный уровень, надо положить какую-то большую доску, которая соединит все эти сваи и проверить. Либо проверять уже, когда у тебя обвязка сделана, то есть на обвязку уже ставишь и проверяешь там, ну, вот такая у тебя, такая или ровная. То же самое проверить все диагонали. Обычно на диагоналях все уплывает, то есть если дом как прелограмчик, у него размеры по сторонам все будут правильные, как проекту, но он будет как а не прямоугольник. И, соответственно, где-то у тебя кухня не влезет в угол, где-то ванна будет вот так стоять. То есть это все будет сразу заметно потом, когда ты отделку сделаешь, ты поймешь, что опа, какое-то что-то не то. В какой-то момент что-то пошло не так. Сложнее всего проверить стропильную систему, особенно если она сложная залезть туда на верхотуру, там где особо и ходить не почему, и еще прыгать с инструментом, с измерителем, но это надо прям уже быть специалистом. Просто так с рулеткой, возможно, толком ничего не поймешь. Да, какие-то высотные отметки ты в серединке можешь проверить, но так, чтобы прям всю конструкцию перемерить до диагонали, это в одно лицо очень сложно. Выдержит стропилка или не выдержит, ты это сам не определишь. То есть, либо ты должен разбираться в этом, либо у тебя проектировщик, который тебе напроектировал, должен это все посчитать. Так вот, на глаз выдержит, не выдержит, но это может опять только специалист сделать. Человек неподготовленный, девочка, блондинка, она вообще пофиг, что там какие-то доски, что это такое вообще, она не поймет. И когда она немножко неровная, ты начнешь укладывать, точнее не ты, а рабочий начнет укладывать железо, и вдруг железо не сойдет, у тебя крыша вот такая, а железо будет лежать по-другому. То есть там углы не сойдутся, еще что-то. И это станет явно видно вот в этот момент, что у тебя что-то там не так. То когда они начнут его снимать, то это все пойдет в помойку. Потому что оно уже продырявлено не в тех местах, если это металл, черепица или профнастил. Это по сути все превратится в утиль. А на домик там метров 130 кровли нужно вот сейчас по данным примерным ценам. На 300-400 тысяч рублей со всякими там приблудами и всем остальным. И вот представь, что у тебя металлолома на 300 тысяч лежит на участке после неудачного монтажа, потому что кто-то поленился проверить уровни стропильной системы и геометрию ее. Как проверить пароизоляцию, вопрос, да? Вот. Посмотреть, что она есть там, где она должна быть. Раз. В идеале, конечно, посмотреть качество пароизоляции, потому что это не с соседнего рынка какая-то фигня куплена, а что ну, плюс-минус то, что заложено по проекту или хотя бы с такими же характеристиками. Потому что она тоже не вся одинаковая полезна. Посмотреть, чтобы она была там, где она должна быть, например, под перегородками, там какие-то закладные должны быть на полах, на потолке, около окон. Потому что стыки должны быть проклеены, что не должно быть нигде. То есть у тебя по сути что такое пароизоляция? Она должна создавать такой как бы замкнутый чехол внутри дома замкнутый без разрывов и это на самом деле проверить ох ты как не просто то же самое по укладке утеплителя но он должен быть как минимум раз то есть просто утеплитель если мы про минераловатный говорим он должен лежать ровно не должно быть каких-то там дырок вмятин таких явных в него там любят напихать по краям и делают мостики холода окна должны стоять как минимум хотя бы с минимально допустимыми пенными швами. Не просто впритык. У меня был такой тоже случай. Очередной лайфхак, как строят туземцы. Значит, строят мне пристройку кухню. Давно уже, много лет назад я еще стройкой даже не думал, что буду заниматься. У меня было окно большое, 2,10 на метр семьдесят. И они, значит, что сделали? Они подготовили под него проем, вот прям рубль в рубль, как окно. И просто его туда засандалили с молотка, и все. Я задаю законный вопрос. Вы сколько раз в жизни окно ставили, парни? Они такие, ну, типа был вариант ставили иногда. Я говорю, вы знаете, что надо на пену оставить, щель? Нет. <laughs> Понимаешь, вот от души нет. Строят по всем дачам вообще легко. Вот такой, значит, я говорю: нет, надо это разобрать, и надо сделать, чтобы хоть чуть-чуть пены влезла, хоть чуть-чуть, чтобы ну, просто мухи не пролетали. То есть, даже вплоть до такого. Надо проверить, чтобы хоть какие-то нормативы соблюдались по монтажу окна. А там есть куча нюансов. Там такой целый ГОСТ, и на одном окне можно обосраться раз восемь. Мораль всей басни. Такая. Если ты не хочешь разбираться в, тем, в том, что ты будешь строить, у тебя нет времени, ты не можешь по какой-то причине потратить на это время и разобраться, что у тебя получится, как это контролировать, то ты обращаешься в проверенную строительную компанию и заказываешь весь полный цикл строительства у них и нанимаешь отдельный сторонний техконтроль. Это прям оптимальное решение будет для практически 99% людей, которые ввязываются в стройку первый раз в жизни. И относиться к этому надо не как к переплате, что типа строительная компания, технадзор, это дополнительные расходы и достаточно большие. Нет, вы платите за свое спокойствие, вы платите за свое время. Если вам некогда разбираться в стройке, значит, вы занимаетесь чем-то другим. Вы занимаетесь зарабатыванием денег, жизнью, семьей своей, путешествиями, всем остальным. А стройка идет отдельно от вас. Да, вы в ней участвуете, но вы в нее не погружены на все там 110%, как это обычно происходит у самостройщиков. А с вами был Филипп и нагоняющий жуть строительный канал компании SkyHome. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч.